С Сашей мы дружим с семьями, Ноза, я с Нозой переписываюсь чаще, чем с Сашей, но, наверное, видимо, для того, чтобы она не поняла, что у нас роман в грим-вагоне. Я считаю, что ты мой подарок судьбой. Влюбился в ее глаза. Она так красиво, нежна. Ты моя навеки теперь. Голос мне нравится, волос длина, этих локонов сводит с ума. Она как весна, только лучше. Лучше бы их потрогать. Здоровье, господи. Засыпали мне берег. Если бы Юля Брановская была моей женой, то я бы с ней развел. Она словно сад цветов, и в мире не хватит слов, чтоб рассказать, а раз погадать на Сашку. Вот, зря ромашку вот, вот, вот ты про... Во-первых, не пой, пожалуйста, никогда. Говорят, а во-вторых, люди. Ну, Юль, ну серьезно, я сейчас убегу из студии просто. А мы с ней целовались даже. Саша, у нас отличные отношения. И я очень люблю все съемочные дни с ним, потому что мы столько ржем с ним на съемках просто все время.